Привет, я Филипп Кулианос из Keepsake Games, и это Jumpship — помиссионное кооперативное космическое PvE приключение. В Jumpship важна командная работа. Устанавливайте турели, справляйтесь с чрезвычайными ситуациями и следите за целостностью корабля, чтобы выполнять миссии и получать награды. Хотя в Jumpship лучше играть в компаниях до 4 человек. Одиночные игроки также приветствуются. Каждая миссия в Jumpship требует стратегических решений. Прыгнуть в самые рискованные сектора для лучшей добычи или выбрать более безопасный маршрут. Вам нужны детали для вашего корабля? Нужен ремонт? Или, может быть, немного дополнительных кредитов? Отлично. Мы только что прибыли. Кажется, здесь есть глушилка, которая мешает нам совершить следующий прыжок. Давайте проберемся туда и отключим ее. С помощью наших сенсоров мы можем определить, что этот район патрулируется. Однако с хорошей позицией и командной работой, я уверен, мы сможем пробраться мимо них незамеченными. Мы сделали это. Время войти в комплекс. Вне корабля важно держаться вместе и использовать все найденное снаряжение и оборудование, чтобы выжить. Когда дело сделано и весь лут собран, пора возвращаться на корабль. Пираты! Экипаж по своим местам! Фух, это было близко. Хорошо, что не было серьезных повреждений. Давайте прыгнем в следующий сектор. Интересно, что нас там ждет. Jumpship полон разнообразных испытаний. От напряженных космических сражений до исследований вне корабля и иногда их сочетания. Каждый корабль будет ощущаться свежо и предлагать что-то новое. Итак, в двух словах. Вы начинаете с выбора корабля, отправляетесь на миссию, получаете награды и возвращаетесь в ангар. Там вы сможете улучшать свои корабли, покупать новое оборудование перед новым приключением. Это был Jumpship. Добавляйте в список желаемого, ставьте лайки, подписывайтесь и присоединяйтесь к нашему сообществу в Дискорде.